Всем привет! Если вы здесь, то значит вы на канале Казоку Фэмили. И мы уже почти заканчиваем данную игру, которая интересная. Так, Кейт с отцом. Интересно. А, так это они его разыскивают. Дневник, ну да. Да, у вас что, еще и мутки, что ли, с этой Кейт будут? Так. Ладно, хорошо. Что мы еще можем осмотреть? Так. А что ты можешь сказать? Ничего. Ну окей. Тогда остается только компик. Интересно. Но то, что с дома... Ты серьезно? Нам что, серьезно только это и остается? Забавно. Нифига себе. Good evening. My name is Adam Trust. I'm a private detective. I'd like to talk to Dr. Fuja. I recently made a call. Well, here is Master Sanku.
Забавно. И чё тут у тебя? Занавеска? Окей. Так, ну пароль 1408, может быть. Так, а мы тут все осмотрели? Вроде да. Так, дипломы. Портрет. Оу. Интересно.
делают же эти шарики. Давай, смотри. Так, погнали. Что еще? Accuse Borgia right now. Not enough evidence. Any attorney worth his money would refute my claims. Okay. Голуби. Забавно, забавно. Серьезно, ничего нету, только окна. Подвал.
что еще? И ни хрена никаких. Предохранитель сгорел. А где он находится? Что, подвал, что ли, остается? Чего, блядь? Так, а я так понимаю, что... Там канистра. Но у нас нету... Питание, да? Это что такое? Или вода... А! Подожди, или это... Можно попробовать, теория, конечно. Ну? Что, пожарка не срабатывает, что ли? А, не сработала. Окей. Не, оно подохло. Забираем канистру. Окей. Так, что еще тут у нас есть? Чё, блядь? Окей. Так, вопрос, а где нам брать предохранитель? Это, конечно, вопрос, но это явно не тут. Это явно. У нас тут вообще ничего нету, да? Так, что у нас тут еще? Что это за... Цепь? Чем бы перекусить? А, вот это, конечно, интересно. Я не понимать. Тут только трупики. Ну или не трупики, как их там. У нас только тут окно. Это что такое? Бензин. Емкость для бензина и шланг
Еще и шланг искать. Вот это, конечно, загоны. А что тут? Ха. Сейф. Какой-то код. Давай в ноутбук зайдем, хрена. А, так это он и был. Шестьдесят восемь, девяносто семь. Кусачки, зашибись. Так. А я вот не помню кусачки. А для чего кусачки? И бензопила это понятно, в принципе. Ладно, попробуем разобраться. Что тут? Так, вот предохранитель, я уже вижу. Записку смотрим. И ключ от шкафа я спрятал. Тоже очень жарко. Может, реально 3-9 позвонить? Только вопрос, зачем? Ладно, можно попробовать, чем прикол-то. Подожди, а из какой там компании, я забыл? А, чистюля, бля. Я тупой. Так. Отлично. О, вот и шланг. Зашибись. Так. Хлам
Чего? ХЗ, может там и не хлам, а ты тут... Чё, погнали предохранитель менять и посмотрим, что будет? Мы уже близки к завершению почти. Точнее, к финалу. Посмотрим, что это было тут все. Так. А я точно нажал. Интересно. На. Жалко его распилить нельзя. Было бы эпично. Как в каком-нибудь Думе. Ладно, погнали. Давай, беги, Форест. Давай, Форест, не огорчай меня, Форест. Погнали. Лицом к лицу, седьмая глава. Чего? Wait, what are you going to do? Да ну нафиг. Да, ну нафиг. Эпилог. Нифига себе. О, его жена. Так. О, прикольный кот у него изображен. Нифига ты переодеваешься, мне бы, сука, так переодеваться. Как будто мысленно переоделся. Прикольно, прикольно. Так. 30 минут. Нормально. Так. А где искатель, мать твою? Э
верхней полке. Ну давай. Пошли. Взял. Пошел. Прикольная у него жена. О, ух ты ж. Та самая девка. А, так вот это как связано. Прикольно. О. Прикольно. Годовщина отношений. Доктор. Помню, помню. А, понял. Понял, это та девка, у которой парень, все. Доктор в тюрьме. А. Да ладно, это мы вроде ж не похожи. А кто это? Что-то все как-то хэппи-энда. Ну давай. Вот. Ну давай, давай. Прикольно. Это получается, нам сейчас покажут развязку, да? А, Лилия. Так. Таблеточки, статьи. Оу. Надеюсь, мои теории не верны. Чё? И тут, блядь, бусы? Так, а что мы еще тут не осмотрели? Подушку.
Так, окей. И что, остается с ней только что ли поболтать? Ого. Ага, ну это мы знаем. Поклонник Ники. Охренеть. На нее напала, короче, подруга. Охренеть. Ее подруга ее случайно убила за то, что та оборонялась. Охереть. А что ты хотел сделать, чувак? Да ладно, серьезно? Типа в этом фишка была. Три человека работали. Анна, Алексей, Виталий, Энди. Четыре. Походу четыре человека над игрой работали. Прикольно. Ха.
То есть одержима, получается, была и девушка, с девушки все началось, и он был одержим. То есть, получается, он ёбнул детектива, его жену, новую подружку. То есть, как сказал этот доктор, ад не закончился, и типа вот эти жильцы дома, именно его девушка Кортес и Алекс Кортес, ну, если не ошибает мне память, что это он, то, блин, ну, круто. Я бы даже сказал, если бы они сделали вторую часть, было бы довольно, как сказать, интересно. Вот. Так что мне игрушка понравилась. Она довольно короткая. Сделали ее 4 человека. Она русская, как видите. Музыка тут обалденская. Рисовка в виде комикса прикольная. Короткая игрушка на пару вечеров, но не зря потратить на нее время. Получить удовольствие, да, головоломки были некоторые сложные, загадки были некоторые запаристые, ты не знал, что делать, но все простенько, интересно и со вкусом. Так что спасибо, что смотрели, с вами вновь был Казуко Фэмили. Я надеюсь, вам понравится следующее видео, которое мы делаем. А всем удачи, всем пока-пока!